Птичка летит домой. Привет, ребят, всем. Привет, привет, привет. Привет всем, ребят. Рада вас всех видеть. Птичка летит домой. Спасибо, ребят. Рада вас всех видеть. Один вопрос. Зачем? Зачем что? Нет, это маска. Танюха, я тебя жду. В Москве холодно, да. Сегодня было очень холодно. А это маска. Я не знаю, ребят, кто там возвращается, кто нет. Птичка летит домой. Все будет окей. Ребят, я не знаю, к сожалению, ответа на эти вопросы. Танюх, как дела? Так. Спасибочки большое. Здравствуйте со всех городов. Все хорошо у кого? Да, блядь, не то, чтобы... О, привет, Захар. Ты останешься на Дом-2 или уходишь? Я не знаю, ребят. Смотрите, кто тут. Йоу, привет. Хайпажор. Саша мне такую чашечку подарила. Ну, конечно. Саша мне такую чашечку подарила. Как это мило. Спасибо большое. До свидания. Спасибочки. Видел Аню Брянскую очень давно. Ох, я, если честно, не знаю. Почему? Так почему? И чё? Так я же здесь. Да не, бред, я же здесь, какая разница, они и так все знают. Сегодня же сказал. Оставайся, тебя не хватает. Ребят, очень сложно все. На кого похож? На Диму вряд ли. Я надеюсь, у Стефана точно будет побольше мозгов, нежели чем у вашего Димана. Я не оставляю никого дома, я всех заберу. Или, собственно, приду домой. Будешь ждать? Нет, спасибо. Это были твои. Спасибо большое. Нет, я очень стараюсь отвечать на ваши вопросы, просто некоторые максимально нетактичные. Сашуля, устрой себе кастинг, только не хайпажоров. А я согласна, кстати. Вот кастинг можно было бы устроить. Да, Диман? Угу. Мне кастинг сделать себе. А это они тебе тоже приведут сейчас по-любому. Да никого мне не будут приводить, зачем мне тут нужно? Не, они тебе приведут. Мне никого не надо, ни одной прекрасно. Элинка, Игорь, все хорошо. Стефан будет как мама, умный, сильный и красивый. Будет твоя гордость. Вот я согласна. Захар, давай приходи, тебя ждут тут. Птичка летит домой. Все будет окей. Я больше не твой. Почему развелись, ребят? Мне кажется, я так много посвятила этому сторис в свое время, и не хочется просто повторяться. Просто, ну вот, блин, время пришло. Когда одно и то же говоришь на протяжении очень многих лет, и тебя не слышат, ну, такая вся история. Я на самом деле очень четко уже знаю, какого я хочу мужчину, вообще, что я хочу от своей жизни, что я хотела бы получить вообще в конечном итоге, и я буду двигаться в этом направлении. Вот. Да, просто так. Как сестра твой встретила чего? Мать года. Блять, пожалуйста.
А помнишь драку с Захаром, когда ты называла его дятлом? Конечно! Зах, ты помнишь, как мы с тобой пиздились? Дятлом. Че? Дятлом называл. Да, он что-то меня бесил, короче. Что-то я не помню. Что-то меня, короче, вывел кто-то, и, в общем, я его тут по кухне, знаешь, как гоняла, просто как молоток, гвоздь. Ребят, пожалуйста, на все вопросы относительно моего ребенка, вот прям я очень жестко буду либо отвечать, либо не отвечать вообще. Мой сын — это мой сын, это моя любовь, это самый-самый-самый дорогой мой человек. Ну, мне кажется, вы какие-то глупости пишете. Мне 30 лет. Так. Настя, нет, Болинская не приходила никуда. Фу, блин, такие жесткие, конечно, вы задаете вопросы мне. Волосы, да, истончаются, когда их так делаешь, но это вот нервички, нервички. Кто будет любить друг друга? Ну, то мы общаемся просто дружно. Чего? Да. Че, Игорек? Понять, да я не знаю, вчера же, блин, пытались, что-то как-то хз. Будешь соломин? Хорошо, если я возьму на себя муд свои. Да. Самый дорогой, я поэтому сейчас не снимаю на площадке. Так я же приду к нему обратно. Да, мне 30. Липосакцию подбородка делает, кстати, вообще не больно. Первый раз было очень больно, а второй вообще нет, фигня. Помимо Димы, кто-то нравится еще на поляне. Да тут людей-то нет. Да, я опять забыл про бартер. Я пошел подстегаться, после меня ты сразу. Хорошо, напишешь, да, дашь курить? Угу. И позвони мне, Игорь, или напиши его. Я тебе в WhatsApp написал, ты мне не ответил. Хотела вас показать, а вы тут это... Хорошо. Нас? Угу. Салам, всем салам. Нос. Да нос у меня свой, конечно. Как он может быть сделанным? Он же, ну, не это. Йося, это вообще, блин, там самый вообще там родной мне человек. Самый дорогой. Но типа как вот родственник. Ну да, кстати, по факту, да. Ну вот, как родственник, не знаю, блин, как брат, мы-то очень много вместе прошли, очень много мне помогал, очень много делал. Я хотела бы, чтобы мы остались в таких же хороших, теплых взаимоотношениях. Просто с чем-то, например, ну там я не согласна, с чем-то не согласен, но мне не хотелось бы, чтобы там в мою жизнь вмешивались, да, как бы каким-то образом указывали, что мне делать. Мне хочется самой, не... ну, понимаете, просто меня всю жизнь кто-то учит, там, не знаю, бабушка, там, да, не знаю, там, потом папа, потом, там, здесь на проекте, ну, тоже были, короче, моменты, там, потом Йоси, вот, да, появился, а я никогда в жизни не принимала решения сама. Да, безусловно, там, я... Чего? Зарядка не была? Я взяла, да, у тебя зарядка? А, нет, у меня Ванька зарядка. Да. Блядь, зарядку забыла, блин, тоже. Короче, и мне хочется... Хорошо. Короче, мне хочется, вот, ну, я не знаю, блин, чтобы я сама проживала свою жизнь и сама совершала, пускай ошибки даже, но окей, блин, на ошибках люди учатся. Вот. Как бы тут такой вот момент. Сказать там то, что я не знаю, там, плохо отношусь к Йосе, конечно, нет, вы что, ну, блин, ну, говорю же, это мой родной человек. И самое главное, то, что я вообще не знаю, как вот мне, например, там, поступать, да, в каких-то моментах. Потому что мне, например, там хочется строить свою жизнь. Там я даже там не про Диму сейчас говорю, да, а вообще в целом, что хочется вот что-то, как вот сказать, ну, короче, сепарироваться 100% однозначно. Потому что мы, получается, по факту разошлись, но получается, что все равно вот как будто вот что-то вот нас связывает. Понятно, что Стефанчик, но мне хотелось бы, чтобы нас связывал только Стефанчик. Чтобы, короче, в любом случае произошла сепарация. Вот, чтобы у нас было общение там максимально с сыном одинаковое, там, да, чтобы там, ну, я не собираюсь точно, там, не знаю, отдалять их как-то или еще что-то. У них там максимальная любовь вообще самая прекрасная, но как бы там сказать. Чтобы, короче, все хорошо было. И хочется просто вот, ну,
какого-то вот человеческого. Пока я понимаю, что у него вот эта вот истерия, и... Ну, вот он истерит, как бы, ну, и, соответственно, я себя тоже чувствую, да, как бы не очень. Дима потянет тебя, как думаешь? Да Дима клоун, ребят, о чем речь? Да, Димон? Угу. Угу. Стефан похож на меня, просто я, видите, крашеная, переделанная, вот, поэтому такой, короче, момент. Линка классная, да. Когда появится мужчина, Йоси отойдет на второй план. Вы знаете, вот, блин, вот правда, я не знаю, вот девчонки, вот кто расходился со своими бывшими мужьями, ну, в хороших отношениях, не знаю, поделитесь, может быть, вы опытом, как у вас это все происходило? Там, не знаю, появлялись мужики, или когда, например, там вы сами вот оставались, да, как бы, ну, вот с самой собой. А... Как, короче, у вас тут вот вся история происходила? Почему Дима в эфир не пускаешь? Почему? Вот он. Приветики. Как дела? У них все хорошо. Тебе нужен взрослый мужчина. Я согласна. Вы знаете, на самом деле, мужчина, короче, возраст вообще абсолютно никакого значения не имеет. Я видела и парней в 23 года даже, ну, то есть у меня достаточно много знакомых парней в 22, там, в 23, у них такие мозги, у них так работают мозги, они заточены, не знаю, блин, на заработок, на какие-то там такие моменты, ну, короче, вот действительно для будущего хорошие. Уже не совсем дружеские. Все, Дима ушел. Не может слушать мой прямой эфир. Что у него с глазами? У кого? Кадошу, конечно, да. Пока как гостья. Дальше будет видно. Ну, вы знаете, может быть, вы и правы. С Крис общаемся, да. Она мне подобиделась сегодня немного. Мой сын дома. Привет Нефтегорску. Конечно, звонила моему сыночку. Ладно, ребят, буду выходить из эфира. Всем хорошего вечера.